серии. Я вставлю это видео. Вот что нужно думать, когда проходишь уровень, что ты его не пройдешь. Нужно сбрасывать с себя ментальный груз о том, что типа когда не получается, такой, ну хочется же пройти сейчас прямо. На, ну срать, все, я не пройду это, но я как дурак, как полный идиот буду продолжать играть. И это проходится.